Маша Сметанина – участница десятков городских и областных музыкальных конкурсов, хотя ей всего 5 лет. Заниматься вокалом девочка начала в 3 года. На фестивале «Пасхальный колокольчик» Маша исполнила одну из своих любимых песен про ангела. В следующем году я сюда обязательно вернусь и исполню новые песни. В этом году воспитанники детских садов подготовили для зрителей фестиваля настоящее представление с песнями, танцами и поэтическими выступлениями. Темами творчества малышей стали весна и пасхальные традиции. Когда мы с вами ежегодно здесь собираемся, ничто так не утверждает нашу жизнь, как детская радость, детская непосредственность, их жизнь. За 7 лет существования фестиваль стал практически семейным. Вместе с детьми в нем принимают участие и родители. Отбор в финал «Пасхального колокольчика» всегда проходит строго. И в концертную программу фестиваля входят только лучшие номера. Мы говорим на этом фестивале о любви к родной родине, о любви к природе, о светлой пасхальной радости, о том, как важно совершать добрые поступки, как важно любить и беречь своих близких. Фестиваль проводился в 2 дня. На суд-жюри малыши представили стихи классиков, песни о природе. В конце праздника всем участникам фестиваля вручили пасхальные колокольчики. Ирина Вышегородцева, Владимир Есенников, Владимир Лисик. Служба новостей, Саров-24.